Вот это и вот это. Хорошо. Сторона А, сторона Б. Потом увидимся. Спасибо за помощь. Давайте просто уйдем. Сеочун. Ты просила уйти? Хорошо. Ничего страшного, если нет. Дело твоего отца важнее. Через 2 недели... мы будем знать результат. 2 недели? Я просила их поторопиться. Сначала они сказали месяц. 2 недели — это самый короткий срок. Прежде чем будет результат, будь осторожна. Поняла? Увидимся позже. Пойдем. Быть осторожным с чем? Со мной? Почему я стала для них такой плохой? Просто подождем. Всего 2 недели, и мы узнаем правду. Сеочун! Просто будь как обычно. Будь естественной. Хорошо. Хан и Итон, пошли со мной. Что? Большая новость. Просто прекрати снимать. Я еще ничего не сделала. Торопись. Можем сделать это позже. Ну, хорошо. Девочка из китайского отделения приняла слишком много снотворных. Ее обнаружили этим утром. Сейчас она в больнице. В чем причина? Пока не ясно. Студенты колледжа покончили жизнь самоубийством. Это может быть из-за семьи, работы, любви или учебы. Как насчет тебя? Хан и Итон! Я просто расслаблялась там. Что? Я просто играю в эту игру. Что тебе надо? Я хочу в туалет. Умоляю, я не буду говорить. У меня насморк, и ты это знаешь. Если я не смогу дышать носом, я умру. Тогда веди себя хорошо. Не шуми.
Так как передняя и задняя части кроя брюк разные, давайте посмотрим на заднюю часть. Заднее бедро. Сумма всего бедра 13 сантиметров. Делим на 4 и прибавляем 1. Задняя талия составляет 1/4 от талии, плюс 2 сантиметра. Передняя талия составляет 1/4 от талии, плюс... Дизайн — это дизайн. Почему они учат меня математике? Ширина плеч, насколько широки плечи? К чему еще сложение и вычитание? Сложно. Точно. Где остальные? Сяо Чун сказала, что у нее семейные проблемы, так что она придет поздно. У Эйтон появился неожиданный новостной сюжет. Занятые люди. Кстати, как твоя мама? Все по-прежнему. Умираю с голоду. Он подлец. Ты так не думаешь? Они расстались, и он выложил фото своей бывшей? Это аморально. Безумно. Так, Хан и Витон, мы должны написать этот отчет очень хорошо. Не только ради девушки, но жертвы насилия на свиданиях. Почему мы учимся журналистике? Потому что мы можем изменить мир. Даже если совсем немного. Я прав? Что такое? Не могу дышать. Вдруг. Я просто хочу ее увидеть. Как ты можешь приходить к ней после этого? Мусор! Отвалите. Этот парень... Ты что делаешь? Иногда журналистика не единственное оружие правосудия. Такое тоже может быть. Бесчеловечно. Хан Эйтон. Замолчите вы все! Испугалась? Может, потом. Я мерзавец. Чен-Чен. Прости. Прости. Я не чувствую рук. Я не должен был так обращаться с тобой. Не должен. Я знаю, я мерзавец. Я плохо к тебе отношусь, но мне страшно. Боюсь, что когда я добр к тебе, ты уйдешь. Мне страшно. Если ты знаешь, что я люблю тебя, ты больше не будешь заботиться обо мне. Во всем виновата моя мать. Она виновата. Она бросила меня. Оставила меня одного. В этом нет твоей вины.
ты тоже жертва. Не оставляй меня. Ты единственная, кто есть у меня в этом мире. Если ты уйдешь, я умру, правда? Я не уйду. Я всегда буду рядом с тобой. Давай развяжу тебя. Прости. Прости меня. Ты в порядке? Ты как? Прости меня. Я в порядке. Я в порядке. Нейтон? Дело твоего отца важнее. Это душа убитого человека. Папа. Thank you.
Куда это ты? Помогите! Помогите! Неблагодарная! Я открыл тебе свое сердце. Почему пытаешься сбежать? Извини, я больше не буду убегать. Я больше не буду убегать! Я столько всего тебе рассказал. Почему не понимаешь меня? Почему? Почему? Доброе утро, Шиньнан. Доброе. Это напитки чин-чин, правильно? Чьи еще они могут быть? Киви и сок шпината снимают вес. Какой сегодня день? Среда? Но он до вторника. В самом деле. 1/4 талии плюс 2 сантиметра равно... Госпожа Джан, пожалуйста, приезжайте в больницу и возьмите то, что осталось от вашего брата. Спасибо. Сон заканчивается. Звезда падает. Там только тонкое дерево Нанму. Растет и растет. Что? Продолжай. Дальше что? Делай, что хочешь. Хочешь украсть меня поцелуй, верно? Ханейтон, ты лучше всех знаешь. Думаешь, это так просто? Моя спина. На что смотришь? На наш неодобренный отчет. Отчет отклонили? Какой отчет? Насилие на свиданиях. Ну и ладно. Пусть прошлое остается в прошлом. В жизни всегда полно трудностей. Ханейтон, ты решила эту проблему? Какую проблему? Ты про мою ложь. Решу. И скоро самое время это сделать.
Сразу после утверждения отчета. Будь хорошей девочкой и жди моего возвращения. Второй день похищения. Все в порядке. Я говорила с адвокатом Яном. Он сказал, ты можешь быть на похоронах. Пригласить кого-нибудь еще? Нет. Со мной связалась больница. Попросила забрать твои вещи. Хорошо. Я выбросила бесполезные. Тебе нужны книги? Могу принести немного. Нет. Это помада. Не могу принести ее. Это тебе. Время вышло. Я купила ее на твой день рождения. Добро пожаловать. Посмотрите, что вам понравится. Милая. Добро. Автомобиль припаркован? Что ты думаешь об этом? Красиво. Возьми ее. Девушка, помогите с этим. Хорошо. Попробуйте это. Это хорошо? Хорошо. Я куплю ее. Сколько? 30 тысяч. Дорогое удовольствие. Да, но она никогда не обесценится. Но сумки, которые Ван Дадзин купил для меня, сейчас стоят намного дешевле. Второй день похищения. Ты хорошо себя вела?
Дом для вас счастья. Отлично, готово. Спасибо. Хорошая работа. Иди спать. Устала. Кровать. Моя кровать. Итон, твои волосы... Волосы? Ты так весь день ходила? 2 дня. Неудивительно, что все, кто видел меня, смеялись. Я думала, они восхищались тем, что я такая красотка. Нет, я голодная. Мне нужна еда. Голодная. Еда. Сегодня вторник? Может, сначала поспать или лучше поесть? Шиннан, давно не виделись. Что у тебя с глазами? Нет, Сэм! Я голодная. И? Ты изменилась. Ты больше не любишь меня. Ты должна заказать мне KFC или Макдональдс. Может, я была дурой, раз делала это. Мне нужна Чин-Чин. Чин-Чин, возвращайся и приготовь мне что-нибудь. Чин-Чин, где ты? Хочу рис Линджоу. Приготовь мне. Забудь. Я не вернусь сегодня. Что? Будешь ночевать не дома? Почему? Секрет. Это... ты? Ты с тем мерзавцем, что ли? Почему ты так решила? Нет. Я просто знаю. Чин-Чин с мерзавцем Гао. Невозможно. Ты с ума сошла или как? Ты не должна возвращаться к этому козлу. Заткнись. Ты ничего не знаешь. Дурёха. Жди новой порции жестокости. Не. Ты сегодня такая злая. Что не так с твоими друзьями? Гаолинь, как долго ты собираешься меня здесь держать? Всю жизнь? Это возможно? Через какое-то время они все равно узнают. Не переживай. Они не придут за тобой. Мы уезжаем в путешествие, чтобы отпраздновать наше воссоединение. Увидимся, ха-ха. И что? После этого у них уж точно появятся сомнения. Чин-Чин, я верю, ты снова полюбишь меня. Потом, как и раньше. Мы будем жить счастливо. Без тебя мне остается есть только это. Ешь.
Хи-хи. Ставишь парня превыше друзей. Она, наверное, готовит для придурка Гао. Странно. Чин-Чин никогда не говорит хи-хи. Обычно пишет «эх» или «ха». Правда? И она любит смайлики, но сегодня не поставила ни одного. Точно. Маньяк смайликов, который не поставил ни одного. И что? Чин-Чин похитили? Что за глупости? Этот козел способен на все. Знаете что? Насилие в отношениях очень распространено. Правда. Я провела 2 дня в клубе, изучая это. Парень в нашем универе порвал с девушкой. Он был так зол, что опубликовал фото, где она голая. Сумасшедший. Когда вы в последний раз видели Чин-Чин? Точно не помню. Когда я пришла домой, я ее уже не видела. Вчера я спала в клубе. Я была занята. Не могу вспомнить. Она не выпила приготовленный коктейль за вторник. Сегодня среда. По крайней мере, 2 дня. Она не была дома 2 дня? Кто-нибудь видел ее в универе? Последний раз она обновляла ленту в понедельник. Нашла что-нибудь? Должны же остаться подсказки. Какие? Пока не знаю. Все очень странно. Не похоже на место преступления. Мы ничего не нашли. Чин-Чин не ест креветки, да? Нет. Сяочун купила твои любимые королевские креветки. Завидно? Ужас! Что? Что за королевские креветки? По крайней мере, это должно быть лобстер или краб, или хотя бы морской коктейль. Это настолько просто? Он же догадается. Но... разве ее парень не должен знать, что она ненавидит? Они были вместе несколько лет. Правда? Завидую. Хи-хи. О боже, боже! Что нам делать? Звоним в полицию. Думаешь, сработает? У нас даже нет доказательств, кроме креветок. Где он живет? Чин-Чин дневник вела? Да, я уверена. Но он закрыт. Сяочун, есть ли еще какие-нибудь тетради? Хорошо. Проверь ее странички в Weibo и WeChat. Поняла. Какой пароль? День рождения Чин-Чин? 0517. Нет. 10-24. День, когда они расстались. Говорила, что переродилась тогда. Тоже нет. Тогда не знаю. Weibo и WeChat ничего. Все бесполезно.
Бог не дает нам больше испытаний, чем мы можем вынести. Я должна оставаться сильной даже без любви и больше времени уделять себе. Счастливого расставания, Чин-Чин. Правильно. Она и не думала сходиться снова 2 дня назад. Хана и Тон, Врушка, Хвастунья и Ведьма. Она мне не нравится. То, как она говорит, ужасно, и она называет это откровенным? Тогда почему она все еще одна? Ты будешь одинокой. Ёп! Давайте оставим как есть. «708. Ваш заказ». Тихо. Одна порция сукияки и 2 чашки риса, все верно? Да. Эй, на что смотришь? Просто собака. Я заберу тарелки через час. Печку и тарелки. 400 юаней к оплате. Хорошо. Вот. Приятного аппетита. Хорошо. Плохая девочка. Как же мне наказать тебя? Может... горячая ванна? А? Это там, где западная река. В западном районе города. Да. Они часто ходили там в кинотеатр. Идем. Дверь сломана. Назад. Сёчун, в багажник. Я сказала багажник. Почему ты легла сюда? Женщина, побыстрее, пожалуйста. Хорошо. Почему ты попросила? Почему вы спорите? Вот. Вкусно, не правда ли? Хорошая девочка. Давай. Чего не ешь? Не хочешь? Тогда мы примем вместе ванну. Вот. Прибыли. Девочки, вы ловите любовника? Преподайте изменщику урок. Удачи. И где? Туда. Да. Идемте. Сёчун, давай же. Иду. Это здесь? Да. Идем. А какая квартира? Не знаю. Тогда куда идти? Как его звать? Гаолинь. Гаолинь. Почтовые ящики.
заперты. Что делать? Вскроем их.用尽全力。